Уверенная игра Илье Ступина помогла «Мамонтам» Югры одержать победу над казанским «Ирбисом». Накануне команды сыграли в Ханты-Мансийске. Югорский «Страж ворот» за всю игру отразил 29 бросков соперника и отыграл матч на ноль. Благодаря этому результату югорчанина признали звездой дня в МХЛ. Напомню, на этот сезон Илья Ступин заявлен за «Югру», но в старшей команде он запасной и не может получить достаточной игровой практики. Поэтому вратарю дали шанс сыграть за молодежку. Уверенная игра Ступина передалась и другим игрокам нашей команды. В первом периоде Владислав Апельганс открыл счет, а в третьем периоде Матвей Насыров и Богдан Синотов добили соперника, записав свой актив по заброшенной шайбе. Итоговый счет 3-0. Благодаря этой победе «Мамонты» Югры обошли «Ирбис» в турнирной таблице. Сейчас подопечные Олега Таубера находятся на 6-й строчке в конференции «Восток». Ближайшие преследователи – «Омские ястребы» и «Ирбис» отстают на одно очко. Сегодня «Мамонты» Югры сыграют с командой из Казани второй матч.